Выжившие после великих эр почвы, пут, хаоса и тишины, они дали форму миру. Они рождались между почвой и небом, и их право на этот мир было неизыблемо, как горы. Но новой жизни в саду сущего приходилось платить цену за то, чтобы ступать на его почву. Преклоняйте колени перед богами, клянитесь верности и служите нашему могуществу, или мы заберем дар жизни обратно. Но службы вечно было недостаточно этим бессердечным существам, и их мерзкие требования с каждым годом становились все жестче. Первые семена бунта разбросали лишь несколько кланов, но их слова быстро пустили корни. Между долин озер, трясин и лесов можно было услышать одни неизменные слова. Они больше нам не боги. Был собран огромный флот из сотен кораблей, заполонивших собой весь обзорный горизонт. Все мужчины и женщины, способные поднять клинок, были на нем. Бун-Сулук направил пару в запретные земли, чтобы бросить вызов богам, чтобы покончить с муками служения, чтобы начать новую эру. Боги не показывали себя, но продемонстрировали свою ярость крушащими волнами. Дерево трещало, кости ломались, тела опадали, как листва в осеннюю грозу. Крики уносили ветер и поглощала толщина воды. Бойня, 100 тысяч человек, каждая унесенная жизнь, песень, которой не суждено вновь прозвучать. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Gods Will Fall. Игра от Epic Game, раздача на этой неделе. Мне очень стало интересно, почему она такая дорогущая, аж 800 гривен. Но если перевести это в рубли, то это будет 2000 рублей. Начинаем свое приключение на берегу. Как видим, выжило всего лишь 8 человек. Как я понял, это отряд убийца богов. Находим свой первый данж, и тут начинается обучение. Выберите бойца. Вот, этот мне боец нравится. Это геймпад нужен, чтобы в это играть. Почему эта игра стоит 800 гривен, мать? Опа. Жесть. Очень сложно, очень. Как для мощной атаки. Нихера себе. А ну иди сюда. Полегче. Оп-оп-оп-оп-оп. А кто там? Ты кто такой? Мы, короче, можем туда куда-то уйти? Ну, давай ему поможем, ладно. Он мне две хилочки снял. Ах ты ж тварь. Нажмите R, чтобы использовать боевой рёб. Вау. Огонь баба просто. Это и бегать, и уклонение одновременно. Ты чё кидаешься? N, чтобы взять его в руку. Зажмите N. Да. И как это, господи?
Еще палками Никита. Са. Ух ты, ёбаный стыд. Да, если такая баба кинет такую палочку, то это вообще будет жопа. Клонитесь прямо во время взмаха, чтобы парировать его атаку. Так. А, у меня хилки нет. Ага, я вижу, вижу. Я ж уклонился. А, я не то нашел. О, бородатый в эти подземелья. Странно, что тут надо одно и то же делать. Как бы и прошли вот это уже, как бы. Он упадет вниз. Так, следующий, давай девочку. Ого, она чокнутая нахер. Ой-ой-ой, она с двумя этими. Теперь я понимаю, что эта игра стоит 800 гривен. То есть нихера не понимаю. Ну, давай, вылази, алё. Уклонитесь. Так. Не. Так. Ну, блин, не успел. Ну я нажал! А, я не то клацал. О! О! И что теперь? Парируйте атаку. Сделайте рывок прямо во врага, чтобы схватить его и бросить. Ага. О, понял. Так. Ага, найти предметы. Используйте 1, 2, 3, 4, F. Так, F, чтобы кинуть. Вот, да-да, я теперь особо опасно заряженная. Во-во-во-во, полегче. Что там махает? Ой-ой-ой! Ой, я тушу это. Блин, уклоняйся! Она может остановиться? Не, нормально, играбельно, немножко играбельно. Что она нихера не наносит? Ой, что-то экшончик пошел. Смертельная атака. Опа. Ты можешь что-то поднять? Ага, теперь я с его сабером, типа. Могу его кинуть. Вот такая вот игра на этой неделе от Epic Game. Кому нравится, забирайте. Я думаю, на халяву и уксус сладкий дареному коню в зубы не смотрят. Ссылка на игру, как всегда, в описаниях под видео. Всем до новых встреч, с вами был Розе.